человека, который ездит на велосипеде, что я испытываю, и да, нужно встать, и почему это важно. Проект «Велосипедация» вообще зародился в феврале прошлого года благодаря инициативе Жени Сафронова, которая просто стала ездить по городу, фотографировать людей и выкладывать их на определенном портале, чтобы все остальные видели, что на велосипеде можно ездить не в спортивной одежде, можно ездить там круглогодично, и своим примером люди вдохновлялись, пересаживались на велосипед, и, соответственно, возникала такая цепная реакция. Потом пришли мы с Дашей, и проект перерос именно в общественное движение «Велосипедизацию Санкт-Петербурга», которое включает в себя очень много маленьких интересных инициатив, таких, например, как «Велошкола», тоже сидит Миша Морозов и Саша Кожанов, которые являются координаторами этих проектов. Потом у нас есть прекрасный сайт «Инфраструктуризация Санкт-Петербурга», сложное слово, но очень полезный сайт, где вы можете направить обращение чиновникам с просьбой установки велопарковки, пешеходного перехода, велодорожки и вообще, то есть выйти на какой-то диалог с властью. На самом деле сайт появился у нас всего лишь в апреле, и до этого мы год пытались выйти на контакт с властью, что было безуспешно, но после появления этого сайта через 2 недели власть вышла на контакт с нами сама. Это очень здорово, это показывает то, что мы можем сами менять ситуацию в городе, мы сами можем влиять на чиновников, мы действительно, в общем, наш город в наших руках. Это самый важный посыл. Мне очень лестно, что тут сидят представители власти, которые находятся в воскресный день, пришли на вот этот вот круглый стол. Это говорит о том, что действительно, возможно, идет перелом сознания, и постепенно мы будем двигаться к тому, что наш город будет велосипедным. В планах у нас именно проект «Велосипедизация» — это прямое сотрудничество с властью. Мы действительно хотим, чтобы, например, в департаменте был какой-то человек, который будет консультантом из велосообщества, и это будет и продвигать все эти инициативы будет человек, не который в этом ничего не понимает, а как-то консультировать в этом и делать правильные решения. Потому что мы видим на примере велопарковок, которые установили сейчас по всему городу, возле метро, что они абсолютно непригодны для велосипедистов, и считаем, что это бессмысленная трата ресурсов, финансов. Уже написали обращение. Они приняли во внимание, обещают, что следующие парковки будут уже по регламенту более удобны для велосипедистов. Наверное, мы рады, что вы здесь на самом деле, потому что велосипедизация и Village делают этот проект для вас, чтобы вы сами познакомились, узнали, что оказывается в городе что-то делается, а если не делается, то вы можете на это влиять как-то. Спасибо, что вы пришли, я надеюсь, что этот фестиваль действительно как-то изменить ситуацию в городе хоть немножко в лучшую сторону. Я очень благодарна вам. Это здорово. Спасибо.